Если вы думаете, что вы крутой, забудьте все, что вы знали о крутости. Сегодня мы решили приехать в школу барабанов и узнать несколько секретов для начинающих любителей этого замечательного ударного инструмента. Здравствуйте, дорогие друзья. В ударной установке барабанной основные инструменты – наш малый барабан, он же рабочий, наша бас-бочка, он же большой барабан, и фарная тарелка – хай-хэт. Эти три инструмента создают основной бит, основной ритм, основную пульсацию вообще в музыке. Сейчас вам продемонстрирую. Весь основной пульс держится на трех инструментах, как я сказал. Самый простой ритм играется на четыре, то есть правой рукой мы ведем каждую долю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На первый счет мы добавляем нашу бас-бочку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чередуем бас-бочку и малый барабан. То есть на раз играем бас-бочку, на три играем малый барабан. В правой руке хай-хэт счет остается также непрерывно на четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Эти инструменты называются том. Каждый из них называется том. У них есть у каждого свой строй, то есть свой голос. Это альт, это тенор, это бас. Эти инструменты нам нужны для сбивок. То есть мы играем основной ритм и переходим, играем сбивку. Отходим от ритма, подчеркивая конец квадрата. Квадрат музыки... в каждой песне, в каждом произведении музыкальном есть понятие квадраты. То есть, когда какой-то определенный момент, то есть предложение, какой-то абзац, и каждый его повторяется, да? Сейчас я вам сыграю квадрат, то есть сыграю три раза три круга ритм, и на четвертый раз сыграю сбивку. Также мы называем ее брейк. Дорогие друзья, приобретайте палочки, приходите, учитесь. Самое главное желание – труд. Ну и, конечно, приобретайте такой замечательный инструмент.